Всем привет! Сегодня я делаю вам очередной обзор своего небольшого заказа. Заказ у меня личный, который я хочу вам показать. И это те продукты, которые я очень-очень ждала. Потому что у нас вышли новинки, и будет еще один продукт, который я вам покажу. Новинка следующего каталога. Итак, начнем все по порядку. Набор черника, гель для душа и крем для тела. Стоимостью 199 рублей по цене каталога. Вы знаете, заказать его долго не могла, потому что на складе просто их не было. Это такой охренительный подарок, который все разбирали к Дню Учителя, который разбирали в подарки к Новому году. И сейчас я хочу заострить вам внимание именно на этих двух продуктах, потому что это очень вкусно пахнет, это очень хорошо увлажняет кожу, хороший уход. И, собственно говоря, 199 рублей, цена невелика. Поэтому всем рекомендую его обязательно купить. Ну, если, конечно, поймаете. Так, я себе заказала, так как у нас уже холодное время года, я заказала себе дневной крем. Долго думала, что мне себе заказать, что мне купить. И с 50% я себе взяла Novage. Вот из серии 50+. Вот такой дневной кремик. Вот. Потому что брала себе уже для контура глаз и губ. И мне он очень понравился. Мне он понравился именно потому, что продукт работает. Вот эти все вот гусиные морщинки, гусиные лапки. Во-первых, убирает отеки, девочки. И я себе взяла дневной крем, потому что он действительно мне подошел и понравился уход. Это я взяла себе с 50% скидкой. Также... У меня кончились капсулы, мой любимый королевский бархат. И я прям сильно переживала, потому что их два каталога подряд не было. И я себе их заказала, можно сказать, даже без скидки, потому что заказ делала в последний момент. И вот заказала себе капсулы королевский бархат. И это как раз те масла, которые мне подходят для области вокруг глаз. Так что вот этим продуктом я пользуюсь и под глаза, особенно ночной уход. Мне прям эти капсулы, я просто их обожаю. Вот когда они у меня кончаются, я начинаю кричать «караул». Так, из серии «Королевский бархат» у нас вышла новинка. И, конечно, она уже у меня. То есть «Royal Velvet». Вот сейчас при вас буду открывать. Это новый бальзам, крем-бальзам. Вот, как он по качеству, если он был как тот, который был раньше, так как этот продукт вернулся, то это просто шикардос. В общем, я его попробую, и я вам скажу. Пока я вам могу показать только вот флакончик, вот как он выглядит. Не знаю, как по текстуре, сейчас посмотрим. Наверное, он такой, ну, прекрасно, он легенький, я уже вижу. Ну, аромат, конечно... Так как пахнет королевский бархат, другого продукта в Oriflame нет. Пахнет шикарно, мне очень-очень нравится. Посмотрим, что будет по качеству, я вам все расскажу. Но это тоже себе взяла уход. То есть, вот, скорее всего, королевский бархат я буду использовать на ночь. Это дневной, а это вот на ночь. Так, что еще? Я не знаю, обратили вы внимание или нет, по 39 рублей вот такие кремики для рук, я их взяла. Знаете, как-то не обращала внимания вот на эти вот маленькие кремики. А это что-то взяла попробовать, и сейчас, если понравится, там один на работу брошу и наберу их просто в подарки в новогодние. Поэтому посмотрите, по 39 рублей они идут нам, по 49 рублей они идут в каталоге. Вот такие малюсенькие кремочки можно взять кому-то. В новогодний подарок. Так, и новинка, которой очень-очень хотела и ждала прям с нетерпением. Это Novage, который у нас вышел. Крем для области шеи и декольте. Вот по флакону, по тюбику он напоминает пилинг. Какой он будет по качеству, не знаю, потому что вот прям новинка. Она будет в следующем каталоге. Но компания заявляет, что он концентрированный, то есть в нем все, которые есть ингредиенты, они еще и усиливают. Значит, и действие должно быть ох-ох-ох, какое эффективное.
Так, по качеству он, знаете, напоминает легкий гель молочко. Аромат резкий. То есть видно, да, что это какой-то концентрат. Он даже не аромат, а что-то такое. Ну, видно, что это что-то, какой-то концентрат, и поэтому его надо совсем немножко. Впитывается мгновенно. Да, и увлажняет тоже очень здорово. В общем, как только я попробую и на себе испытаю, хотя бы недельку попользуюсь, я вам расскажу, что за эффект у этого крема и стоит ли его заказывать. Но я думаю, что стоит, потому что те, кто пользуется продукцией компании Oriflame, все знаете, что компания нас никогда не подводит. Так, что-то захотелось мне вот такой вот гель, потому что из этих вот тоненьких, маленьких, все уже перепробовали, а вот этот вот грейпфрут и ни разу и не пробовали. Нам он идет по 79 рублей, и что-то мне захотелось вот такого вот ароматного гельчика. Взяла вот такой попробовать. Тушь Giordani, так как она наша любимая, вот она у нас уже заканчивается. Это одна из любимейших. Сейчас я пользуюсь тушью Tremendous, и она мне очень понравилась. Но дочь у меня любит вот эту Giordani, и я поэтому взяла еще одну про запас, как говорится. Пока она идет со скидкой. Всем советую ее взять. Вот такой маленький каял. Тени каял. Значит, это для смоки макияжа. И вообще мне он нравится тем, что это мягкий такой каяльчик. Мягкая подводка. Он не растекается, держится долго. Серия The One. В общем, хорошая штучка. Я всем рекомендую его приобрести. Я хочу сказать вам, наверное, может быть, кому-то печальную новость. Девочки, у нас уходит Giordani. То есть наш люксовый парфюм, любимейший. Вот, это наш праздник, это наше настроение, это наша шикарная какая-то такая обновка. В общем, уходит у нас Giordani, поэтому я ее купила. И купила я ее с небольшой скидкой. Вот, всем советую сейчас ее заказать, тем, кто любит. У нас будет новый парфюм Giordani Essenza Sensual. Я вам показывала уже фотографию, как будет выглядеть флакон. То есть он будет длинненький, с какой-то там пипеточкой, не знаю. Может быть, тоже аэрозоль, может быть, что-то еще придумали. Но любимый парфюм, конечно, я его не хочу отпускать, и себе я его заказала. И еще. Удивительно мне лично, почему до сих пор никто из вас не заказал магнетисту. И этот парфюм действительно работает, и действительно он влияет на мужчин. То есть на этот аромат мужчины очень даже реагируют, и реагируют в хорошую сторону. Вот, поэтому даже в качестве эксперимента я всем рекомендую приобрести и попробовать. Попробовать на своих мужчинах, конечно, на своем окружении. Еще палантин. Наш палантин. Кстати, осенние аксессуары тоже уходят. И в 15-м каталоге они будут уже в последний раз. То есть заканчивается осень и заканчиваются осенние аксессуары. Вот этот палантин, который называется акварель, идет в спецпредложении стоимостью 399 рублей. Но я считаю, что за 400 рублей купить себе теплый, уютный палантин, тем более такой красочный, такой красивый, я считаю, что это просто подарок. Возьмите кому-то в подарок. Потому что даже как аксессуар, посмотрите, какой он красивый и нарядный. Спецпредложение, я не помню на какой, то ли на второй, то ли на третьей страничке, этот палантин будет стоить 399 рублей. Вот такой у меня заказ. Ну, это каталоги, конечно. Это те продукты, которые я взяла лично себе. То есть это мой личный заказ. А то, что заказали у меня люди, конечно, я уже раздала. Всем пока, всем удачных покупок, хорошего настроения. Всем пока-пока.